Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, иди вселися в мы, и очисти мы от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Благомилостивый Господь, благослови нас занятия по слову Твоему святому дару, Господи, чтобы те слова Твои, которые кажутся для нас тайными, раскрылись бы для нас, что Ты, Господи, все открыл для спасения наших душ. Помоги, благомилостивый Господи, не только задавать вопросы Тебе, но и ждать ответа в молитвах. Даруй, Господи, нам постоянно молиться, как Игнат Тихонович говорит, семикратно. Давид об этом сказал. Помоги, Господи, чтобы мы ничуть не были хуже, чем мусульмане в молитвенных своих рвениях религиозных. Помоги. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Кто знает? Надежда Васильевна. 26-й. Кто-то живет или нет? Нет, никого там нет. 55-й, 56-й стихи. А сейчас там музыка, песнопение, видимо, это Надежда Васильевна воспроизводит. Кто-то там, наверное, есть. Кто-то там далеко. Это, наверное, не это. Слышно прям пение. Так, давайте начнем. Ну, если песнопение, то, слава Богу, пускай там живут. Может, ангелы, как помните, это на горе Афон. Не Афон, а этот, где Господь-то, преображение было. Нет, Фавор. На горе Фавор монастырь стоит, и там постоянно эти чудеса. Монастыря никого. Ну, я даже это услышала, что это Надежда Васильевна или через компьютер, или через этот диктофон. Ну, это ангелы там. Она свой ноутбук забирает на лето. Матфея 26 глава, 55-56 стихи. Почему-то нас так мало. Давай, слушай. Нас хватает. В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Толкователь говорит нам, показывает им безумное их предприятие. И то, что взять его, зависело не от их усилия. Когда я был с вами в храме, говорит он, вы хотели взять меня, но так как я не попускал, то вы и не могли удержать меня. Вот короткое такое повествование об этом очень печальном событии. И Господь всегда так кротко относится ко всем. Какого-то такого возмущения нету. Ничего не спрашивает. Вот эта кротость, она передалась на наш народ. И она, с одной стороны, как бы влияет на нашу жизнь. С другой стороны, казалось бы, чтобы сильнее были люди, кажется. Ну вот я вспоминаю просто гражданскую войну. Офицеры, наши офицеры русские, российские, которые воевали на фронтах Первой мировой войны. Мы просто ничего про эту войну не знаем. Она длилась, кстати, дольше, чем Вторая мировая война. Вы знаете об этом? Да. Недавно слышала. Ну, чтобы вы точнее могли узнать, я вам скажу, с какого времени она велась. Если Первая мировая война велась с 1 сентября 1939 года и по 2 мая 1945 года, Первая мировая война началась с 15 августа 2014 года и продолжалась до 11 ноября 2018 года. Но в Первой мировой войне сразу начали участвовать все государства. Вторая мировая война постепенно. То есть, если вначале Германия воевала с Польшей, потом начала там атаковать Англию, то есть потихонечку такое все развитие шло.
И потом основное действие начались, когда Советский Союз вступил, ну, на территорию Советского Союза прорвались немцы, тогда началась как бы основная. И поэтому говорят, что 41-го года как бы война, Вторая мировая. Ее, кстати, так и точно никто не определяет. Ну, каждый для себя выбирает. А потом уж, когда боевые действия захлестнули всех, тогда Франция быстро вышла, 16 дней Францию захватили. Ну, как-то мировая война, она же мировая. Если там бились на одной только операции в Вердене с марта по июль месяц 16 года, было убито с каждой стороны по 400 тысяч человек. 400 тысяч потери с каждой стороны. Ну, там, немножко ошибусь, с французской стороны 470, а с немецкой 450. Как говорят, хрен редьки-то не слаще, да? 470 тысяч и 450 тысяч немцев и французов. Ну, с англичанами тоже. А, то есть, люди гибли, непонятно за что они там гибли, эти люди. Ну, вот. И вот такая грандиозная война была, столько героических подвигов. Ведь очень многие красные командиры гражданской войны, они были героями-то еще Первой мировой. Они были кавалерами этого Георгия, как он называется, крест, Георгиевский крест назывался. Даже кавалерами были полными. То есть такие были, казалось бы, ну просто герои. Они же должны за себя-то постоять. И их спокойно брали и убивали прям тысячами, большевики. Они даже не сопротивлялись. Особенно во флоте. А флот тоже сильно пострадал. На Черном море, на Балтийском. Сильно убивали офицеров на Балтийском флоте. Там всех сразу выбили. На Черном тоже поработали. Ребята, хорошо. Большевики. И вот эта кротость, я вижу, вот от Христа она передалась. И они же, российские офицеры, воевали, то есть защищали, немцев-то убивали, там австрияков, турков. А пришло время, в своих людей-то они стали стрелять. Откуда это? Ну, сами подумайте. Откуда? Христос по себе оставляет память, понимаете? И мы этим воспользоваться не можем. Сейчас я смотрю. Ну, там, если показывают богослужения, в основном женщины одни, ну, бабушки там. Мужчин мало-мало, бородатых почти нету, все безбородые. И показывают там, их показывают по программе «Спас», показывают близко вот так, а они все бритые. Бритые, 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 бритые. Смотришь, там один какой-то есть с бородкой, а так все бритые. И да, это в основном, и все короткие рубашечники, конечно, все это понятно. И смотришь, что их просто, ну как бы пригласили просто для театра. Массовка нужна, просто их пригласили. А так они сейчас соберутся, пойдут, покурят вместе, похохочут и разойдутся. Никого не останется. А ведь вот это все надо было анализировать. Почему офицеры-то так не сопротивлялись? Были отряды, капелевцев были, офицерские отряды. Они вначале своими просто боевыми действиями пугали. Просто шли наперевес на большевиков и все. Называется психическая атака. Назвали такие. Какая психическая? Это просто от безысходности. Люди не хотели просто так умереть. Хотя бы жизнь отдать за веру царя и отечества. То есть это все, я вот выложу из этих слов Христа, в кротости и смирении. Жаль очень. Такой у нас терпеливый народ, такой смиренный, а ко Христу прийти до конца так и не смогли. Не смогли привести через Слово Божие, конечно, священники, что там говорить. Они должны быть учителями настоящими. Они должны за Слово Божие жизнь положить. За Библию. А они, как этот Журавлев рассказывает, когда он сходил к пятидесятникам, послушал их проповедь, он-то пришел обличить их, что они не православные, что они сектанты, погибнут. И на задней парте сидел, ну, на заднем стуле сидел. В облачении причем. И там вышли люди, начали каяться, ну, там проповеди, он прослушал все это. И когда, говорит, они встали, начали петь, вот песнопения вот эти простые о Христе. И он говорит, у меня что-то случилось, и он заплакал, встал на колени и покаялся. И потом побежал домой Библию почитать, вот слова те, которые там услышал. Это Журавлев сейчас, епископ, он непонятно какой церкви там, как бы православный себя считает, но он не православный, конечно. И он побежал и, говорит, Библию нашел в самом дальнем ящике, в каком-то шкафу.
И я понял, так я Библию-то давно уже не читал, как так. Начал там искать ее, искал, на силу нашел. О чем говорит? Разгоняют вот у нас в Барнауле, ну там при Максиме еще, разогнали целый старший курс этих семинаристов, которые должны были выучиться на священников. Разогнали из-за порочной жизни. Разогнали. И они так, ну, как-то прокатилась резко волна, что вот что-то там в епархии, ну, в этом семинаре, и все затихло. Все, шито-крыто, только ссоры забыть, вы носите, ее не надо. А что, сейчас в толковании так? Да, это все в толковании. Это я все в толковании, из толкования вытаскиваю. Отвлекайтесь на кого-то, те плохие эти, не надо мне что-то делать. Вот семинаристы там такие бандиты набранные, говорят, ну, зачем вам это? Как зачем? Ну, зачем тебе? Что от этого сняли тебе? Что, кто-то, посмотрит, надо же. Какая духовность. Вы по толкованию больше, вы толкование меньше считаете, чем вот эти примеры приводите. Вот Журавлева там этого какого-то еретика приводите. Эти. Ну зачем? Но мы должны знать врагов Христа в лицо. Как зачем? Чтобы можно было при встрече с ними, а мы часто с ними встречаемся, чтобы можно было знать, кто это. А у нас, вон, где Енафа у нас? Енафа, она у них все подруги, к примеру. Она что не начнет говорить? А моя подруга, что за подруга? В каком-то там старшем курсе там учится подруга уже. Так а зачем тебе подруга-то? То есть они даже рядом с собой не могут людей определить, кто они. Ну, а это подойдет кто-нибудь хорошо. С ней поговорить о Христе. Вот сейчас сказал, она ничего не знает. Журавлева привел этих семинаристов. Теперь она всех своих подруг определит, кто они такие. Ну, Игорь, она, не, она не то, что подруг определит. Это дальше по жизни она пойдет. И это все ей будет пригождаться, конечно же. Да никогда ей в жизни это не пригодится, что она придет Журавлева какого-то там это... Кто его знает, Журавлев там какой-то, он мотается где-то. Да. Ну и мотается, он там тебе зачем за него-то? Как не пригодится? Она встретится с пятидесятниками, с баптистами. Бог будет судить всех, и его, и мы представим на суд, и он представит. Надо себе, вот зачем теперь его судить? На том собрании, на занятии присутствовала у нас пятидесятница Надежда. 26 лет пятидесятническое общение. Вот беседы проводили. Так она удивилась, что пятидесятники погибнут, пойдут в ад, если не будут веровать как должно. А она Евангелие хорошо знает. Кто попадет в рай или в ад, это все Бог будет судить. Никогда не надо сейчас судить. Не судите, да не судите. Да про еретиков-то написано все. Про ереси тут написано у нас прям в Слове Божьем. Так что что мы говорим о еретиках-то? Еретики погибнут, естественно. Ересь. Какая ересь? Вот это, на этом вы заглянули. Вот это ересь такая-то. А не надо конкретно на людях ты. Вот там Максима вспомнил, вот все опять это Московскую патриархию, семинаристы. Это... Зачем вам это? На людей. Так а Московская патриархия самая большая церковь православия вообще, которая есть на земле. Больше нету, чем Московская патриархия. Они задают тон всей другой православной жизни, общества православного. Да никто никому не задаст, если ты сам себе не задашь. И там есть такие, которые люди духовные. Есть. Везде. Ты что думаешь, у каких там 50-ков только все такие духовные? Да и там нет тоже. Нигде. Ну, а ты вот... Пятидесятников, они Библию прям читают. Они все сидят. Никто не уйдет. Вот у нас сколько ушло? Ну, осталось, может, четвертая часть людей. Да кого четвертая, еще меньше. Осталось после службы даже. Не то, что я там говорю, от всей общины. От всей общины десятая, наверное, нет участия. Ну так остали. Остальные-то все. А у них все остаются. Вы когда это потом просматриваете, вот ты просматриваешь это, ага, что я сказал, правильно или неправильно, как сам себя, ты делаешь себе рассуждение. Потому что вот прошли занятия как? Нормально это или ненормально? Вы больше вот отвлекаетесь, что у нас проводят занятия здесь. Прочитались, не то, что там толкования нет, а вот начинают другие, а вот это, там вот у меня было в жизни. Начинают из истории своей что-то рассказывать, еще где-то кто-то кого-то видел, где-то. Чему это? Вы дальше толкование считаете где-то, ну, пояснить, что к этому времени приносит. Конкретно на людях не надо никогда заостряться. Или на какой-то там это общине. Или что-то. Вы всегда, вот наше уникальное, мы такие, прям, ну, святые, вот, ну, мы живьем на небо зайдем. Да это, надо, ну, Бачка, Слово Божие переполнено разными именами. Апостол Павел начинает перечислять Юния, там, Юника, там, и перечисляет, уж думаешь, ничего себе, сколько у тебя там. Он же их перечисляет, прям имена. Сто раз меньше. Домашняя церковь. Так это он только послание. А представляю, когда он рассказывал, и этот Евтих упал,
упал юноша. Что мы ему слушать, юноша? Ну а Павел о чем, когда Евтихий упал, Павел о чем? Перечислял только имена, что ли? Так я об этом и говорю, что это он в послании только перечислял. А когда встречался, то он говорил о многом, где он был. Он же не просто сказал, что от лжебратьев пострадал. Он потом сказал, какие лжебратья, что это Димас и Александр. Все. Вот. Так, это он только в послании, а так-то он про них рассказал, конечно. Да никто не знает, что он так рассказал. Да, конечно, рассказал. А чего не написано, то мне рассуждать. Иначе мы бы не знали, потому что толкование нам уже и жития святых рассказывают об этих еретиках, лжебратьях нам. Уже читаем, и там конкретно, что они делали. Почему? Тот был серебрянник, серебролюбец был, тот был властолюбец. Ну ладно, ничего. Ну то есть, немножко-то вспомнить-то надо хоть о чем-нибудь. А наша страна великая, могучая. Да столько историй. Надо ехать в другую страну. Никуда. Такая история. По нашей истории, да как православие здесь? Не, ну можно ехать. Вон, Витя же поехал. Но ты должен вести себя как христианин православный. Не терять корни-то, ничего себе. Кстати, там очень сильное православие во Франции. Очень сильная община православная. И у них свободная французская церковь есть. Так что, дай Бог. Так, продолжим. 57-58 стихи. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Толкование. Прочие ученики разбежались, а Петр при более горячем усердии к учителю, учитель с большой буквы, Христос, издали шел за ним. Хотя Иоанн шел же за ним, но не как ученик, а как знакомый архиерея, то есть первосвященник. Архиерей переводится первосвященник. Так, ну то, что у них первосвященники каждый год менялись за деньги, это, ну как бы мы проходим в толковании, то есть это понятно. Поэтому так и получается, что как Иоанн был знаком. Ну говорится, что он как был сын рыбака, видать, скорый на ногу, молодой, приносил рыбу ко двору. Ну как бы так, отсюда и знакомый архиерея. А любой архиерей, там первосвященник, любит рыбу. Ну вышел, посмотрел, юноша принес рыбу. Ну, чем бы не познакомиться. То есть не то, что он там был прямо ему, чуть не сын. Начинает что-нибудь придумывать. Знакомый был. И он спокойно зашел. Посмотрели его лицо стражники. Ага, он уже сюда приходил. Ну ладно, запустили. А Петра никто не знал. Петр потихоньку, так как было темное время, он потихоньку прокрался. И потом вот начинаются дальше такие события. Первосвященники, 59-60 стихи. И старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля. И имен, фамилий нету их, лжесвидетелей. Толкование блаженного Феофилакта. Отводят Иисуса к Каиафе, так как он был архиереем в том году. Пробыли там целую ночь и прочие, не евшие Пасхи. Но дожидались, чтобы убить Господа, хотя и приступили закон тем, что не ели Пасхи. Тогда как Господь ел Пасху в узаконенное время, они пренебрегли и законом, чтобы только убить Господа. А пренебрегли этим законом, почему они пренебрегли? Потому что времени не было. То есть они хорошо пировали, не то что перекусил быстро и все там бутерброд. Нет, они там накрыть надо было, все, а тут такое дело. Наконец-то взяли его. И чтобы это быстрее сделать, быстро организовали суд этот. Все, побыстрее, побыстрее. Пренебрегли они потому, что они до этого заклялись. Не будем есть и пить, пока не убьем. Кого? Апостола Павла. Там они. Поэтому они не пренебрегли не Пасху, а ради клятвы они не вкусали эту Пасху. Кто, архиерей, что ли? Почему архиерей? Да, разговор-то где-то в Иисусе Христе, а не апостоле Павле. Нет, никаких клятв они ничего не давали. Просто они спешили. Им надо было быстрее осудить Христа. Потому что другого времени не было. А осудить почему быстрее? Потому что Пасха же на следующий день была. Надо было быстро его распять. И все, и потом уже, чтобы праздновать. И вот поэтому они только... А Христос, как путешествующий, он знал, куда он отходит. Поэтому в четверг начали заклание они. И вот на ночь они ели Пасху.
А закон предусматривает, люди, которые отходят до Пасхи, то за один день до Пасхи они могут вкусить. Ну, допустим, Пасха в субботу. Они вечером вкушают Агнца. Так вот, если ты куда-то идешь, то ты Пасху можешь на день раньше справить. И Христос ее так исправил, эту Пасху. И поэтому говорится, Христос-то справил ее уже по закону. А они не справили, потому что ждали, когда его осудить, чтобы убить его. Вот смысл какой. Страшный. Главное, какое тут благочестие-то? Не оставили в тюрьме ничего. Быстрее, быстрее, быстрее. Уже знали осужденному смерть. Как вот в гражданскую. Тройка подписала, или там вот один там какой-то председатель у них в ВЧК. Подпись поставил. У подписи стоит, даты только нету и времени, когда расстрелять. И поэтому даты и времени тебя расстреляют. Понятно? Какая власть была у них? У людей. И так и здесь тоже. Надо было быстро убить его. Уже все, подпись поставили, только дату надо было. Время, когда, когда. А нужно было фиктивно что-то, ну, какое-то найти против него обвинение. И вот эти уже свидетели приходят. Одни, видите, приходят, другие, они уже там, видать, сидят. Ну когда же, кто? Ну, что опять не попало? Ну, вроде все нормально. Эти уже нормальные. Пришли, говорят, что попало, что попало, говорят. Не то, не то. И вдруг пришли, говорят они сейчас. И вот они что говорят-то. 61-64 стихи. И сказали они. Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встав первосвященник, сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам. А они не справили. Ты ли Христос? Чего вы балуетесь, не пойму. Сын Божий. Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, да уйдите вы с этой, и грядущего на облаках небесных. Наберут телефонов, сами не умеют пользоваться. Толкование. Поистине, это были лжесвидетели. Я даже когда читал, свидетельствуешь, хотел сказать, лжесвидетельствуют. Потому что такую галиматью сказать, разрушить три дня, что-то, ну, в своем уме. Ибо Христос не говорил, могу разорить, ну, то есть разрушить. Но разрушьте, не сказал при том, то есть кто-то разрушьте, не сказал при том церковь Божию, но храм сей, то есть мое тело, на себя он показал, храм сей. Я вообще ничего не понял, о чем он говорит. Опять не говорил созижду, но воздвигну. Созижду это значит выстрою, а воздвигну это нечто духовное. Воздвигну духовное. То есть Бог может только воздвигнуть. И так явно, что это лжесвидетели, приписывающие Иисусу то, чего он не говорил. Посему Христос, видя беззаконный суд их, молчал. Ибо тех, для коих неубедительны были знамения, как могли убедить оправдание. То есть не оправдывался. Но архиерей, желая вовлечь его в богохульство, то есть первосвященник, продолжает спрашивать, Каиафа его звали, лестиво, дабы осудить его как богохульника, если он скажет, я сын Божий, или же иметь его свидетелем против себя самого, если он отречется от того. Вот я с облаками небесными шел, как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. Даниила, 7 глава, 13 стих. Так как обвинители считали его прелестником, ну, то есть обольщающим людей, своими словами, принявшим на себя смиренный образ, то Господь говорит им, увидите меня тогда грядущим силою и сидящим вместе с Отцом. Силою называет здесь силу Отца, грядущим не от земли, а с небес. Вот как легко убедить людей в небывалом. Вот глядите, историю не знали они, совершенно не знали. А мы историю не будем знать, и тоже, так, точно так же будем попадать в любой просак. Любой подойдет нам, что-то скажет, мы пошли. Как там был могильный этот. Сказал там, ваши дети живы, там, Беслан не погибшие. Все, пришли уже там 300 родителей уже к нему обратились, воскресить их детей. Ну не сумасшествие, любой скажет, сумасшествие. Нет, целое движение. Матери там, президенту обращения. Ельцин не знал, что делать, в тюрьму уже посадили этого гада. Чтобы мозги людям не пудрили. Обольстите. Вот это прелестник.
А здесь что непонятного? Разрушил храм сей в 3 дня. Вы знаете, о чем речь-то идет? О каком храме вообще? Христос в какой храм ходил? Ну, на своем храме. Христос в какой храм? Они думали не о его храме, они думали он конкретно о храме. Заворовали. Правильно, храм заворовали. Когда он был построен? Сколько лет его строили? Когда вышли из плена. Когда вышли из плена, да, совершенно правильно. Строили его 56 лет. Да. Строили. 56 лет храм строили. Потом дальше было греческое завоевание еще, не забудьте. В 143 году захватил кто? Как его звали? Александр Македонский. Птоломей. Это после него уже. Птоломей захватил иудеев. И отстроил вокруг Иерусалима стены. Вокруг Иерусалима стены, в конечном итоге, при Ироде, были достроены. В 3 ряда были стены. Стены в 3 ряда. Вокруг храма было 3 ряда стен. Вокруг города 3 ряда стен. Стены были около 3 километров длины. И ширина стен была 10-15 метров. А храм был весь каменный. Храм был каменный полностью. 10 метров шириной, 40 метров длиной. По 20 сантиметров было разделено. Святое святых 10 на 20 и высотой 10 метров. Все в золоте полностью. Снаружи и снутри. И святое было. И сам притвор был громадный. Все это тоже были стены. Стены, стены. И когда они там были, то спрашивают ученики Господа: Господи, посмотри, какие стены, какие камни, какое величественное сооружение. Он говорит: говорю вам, камня от камня не останется. Это запомнили, кто там слышал. Камни от камня. То есть он все это разрушит. Он же не говорил об этом. Он говорит: разрушьте даже, разрушьте храм сей. На себя показал, они не поняли даже. Но услышали эти слова, что не останется камня на камне от этого храма, то есть от этих великих стен. И вот лжесвидетели об этом говорят. Так греческие завоевания прошли. Это был 500-й год, 500-й, то есть прошло полвека, как стоит этот храм. И кто его может разрушить? И после этого еще прошло 40 лет, прежде чем его разрушили римляне. Так это уже с помощью Божией, когда предали самого Бога на смерть крестную. И вот они об этом в полном серьезе рассуждают, об этом в полном серьезе. Как и сейчас многие рассуждают о том, что у нас в православии что-то великое, где созиждется. Ничего нету. Пусто. Голь перекатная. В интернете пустота. Кроме посмотреть, что там Игнат Тихонович говорит, или там кто-то рядом с ним, вообще не на чем. Вы отца Головина слушали? Да. И что там великого он такого говорит? Он нет. С людьми отвечать по Слову Божьему-то не умеет. Нет, он говорит красиво там, говорит к сердцу людей, говорит. Женщина стоит там, плачет. Я смотрю на Богородицу, у меня хульные мысли лезут, и он... Это сильный человек, это вы сильный человек, это на вас сатана нападает, а вы такой сильный человек, что вот вы сопротивляетесь вот так вот. Ну и там это и... Че попало, откуда все это, где, что там умного, я не могу понять. Я сколько его слушал, ничего. Я говорю, ничего, он всегда вообще-то по Писанию, он только не цитирует. Я не знаю, да. Игнатий Тихонович, например, вот говорит надо цитату, цитировать. Он нет, но говорит вот по знаете, Писанию. Вы одну большую ошибку делаете. Вы сами не слушаете. Вы то, что прослушали, приносите сюда, мы с вами будем перелистывать. Вы также и душу читаете, газету. Великолепная газета, там хорошая. Я читаю. Что там хорошего? Где там? Там тоже ничего не нахожу. Там поперемешано все. Там есть, конечно, и правды, но потом так нашлепано такого дерьма, извините. Запах-то там ясно, что не на жизнь. Как вы Осипова слушаете? Осипов! Я сколько раз не слушаю. Какой-то балбес от ну, воришь от писания, от религии. Откуда взят он? Вообще нет, ничего балбесом, путнего я нету. Я тоже его не назвала. Не надо, да это прелестник самый настоящий. Вот он прелестник. Ну не балбес он. Ну не надо так, а. Был, он далеко не балбес. Ну конечно, Осипов. Ну что вам понравилось там в нем? Ну хоть расскажите, что. Может быть он что правду немножко сказал, а потом дальше. Он даже разговаривает с людьми. У него никакого уважения к людям нету. Он вечно вопросами задает. А как? А что? А где? Слушай, ты учитель или ты вопрошатель какой-то? Ты говори тогда все полностью и по Слову Божьему. Вот Игнат Тихонович чувствуется настоящий учитель. Да и то он себя не называет учителем.
Почитайте книги-то Игнатия Тихоновича. Он прям цитаты выберет, цитаты из святых отцов, и вставляет цитатами. Не надо от себятину-то пороть, называется. Они все отсебятники. Отсебятники все, как один. И Словом Божьим ничего не подтверждают. Хоть бы святыми отцами подтверждали, так и то нету ничего. Так перечислят просто и все. И только приходишь, и сестры все такие в восторге. Я как не возьму, как открою, послушаю, послушаю. Там ересь. Тут что-то какое-то отсебятину. Слово Божие не приводит. На вопрос нормально не отвечают. Зачем вам их слушать? Вот берите, еще раз читайте 4324 ответа на вопросы. И тогда вы будете со мной единомысленны, единодушны. Все будете понимать. И батюшка тоже, он тоже не читает этого ничего. Ему не надо. Потом, конечно, ему ничего не нужно. Зачем оно нужно? Ни о чем, ничего не надо, все, ничего. Сейчас это прочтем. Ну и прочтем, и что? И что? И что? И никто бы не знал, что это храм Завреля был. Второй храм, а будет три. Сейчас нету храма у них. Они хотят храм. Вы понимаете? Вот я даже не могу вам сказать, как вы хотите попасть в наш храм на молитву, так и евреи хотят. Я не могу это про вас сказать. Вы так не хотите, как они. Никто из вас так не хочет. Как они хотят. Они 2000 лет не могут помолиться Богу. Вы просто представьте это, вложите себе на сердце, и вы поймете, что это за еврейский народ. Как он должен ко всем относиться. Ему не дают построить храм. Храм только в том месте должен быть построен. Все. Его Бог выбрал. Там туман был. Туман. Осенил Божий туман, когда Соломон молился. Читайте Слово Божие, если не понимаете. Просто никто не читает, никто ничего не знает. Я говорю, на меня смотрят, как на придурка какого-то. Евреев никто не знает, ненавидят их. Че их ненавидеть, когда они любят Бога, они любят Его, они хотят молиться в храме своем, им не дают построить его. Разрушили его. На этом храме, мы сейчас про этот храм как раз разговариваем, на этом храме, вот мы сейчас нашу беседу строим. А мы можем строить ее постоянно. Вот каждую нашу какую-то речь, каждую историю мы можем завершать храмом. Почему? Антихрист впереди. А антихрист придет в храм, и только тогда проявится, что он антихрист. Когда он сядет в храме Божьем, на престоле, выдавая себя за Бога. И тогда они поймут, что это ну, они не скажут, ты антихрист. Это мы говорим антихрист. Тогда они поймут, что он не Мессия. Они пока разделяют Мессию и Христа. Разделяют Мессию и Христа. А он неразделим. Он Иисус Христос. Вот сюда можно вставить? Можно. Вот потому они не могут построить, что еще не время. И да. Господь им не допускает. Да и слава Богу, что они не построили. Богу, да. Мы еще можем проповедовать. А так бы они уже теперь давно построили. А проповедуя, мы допускает. Будем пятью девами, которые светильники имеют в руках. Потому что это и есть эта милостыня. Не деньги давать людям. Деньги хорошо давать. Если ты богатый, и ты даешь деньги, и проповедуешь им при этом. Вот это ты не дева просто, а ты там какая-то диаконисса уже. Ну, про нее ничего не сказано. Сказано 5 дев таких и 5, которых на стол нету. Все христиане, 10 душ христианских. Но 5 милостью обладали, 5 не обладали милостью. Что непонятного? То есть вот мы сейчас сидим, сколько пополам разделите нас. А то, что там в храмах вот это вот, это вообще разговора нету. Бабушку смотрю, Союз. Они что, они показывают по телевизору. Я прям смотрю. И бабушка спрашивает ее. Бабушка в храме прям говорит. Прям в храме разговаривает. Как вам Царица Небесная-то помогает? Ох, уж доченька помогает. Ох, помогает Царица-то Небесная мне. Ой, постоянно помогает. Вчера-то уж совсем с храма пришла. Уже такая уставшая. А ко мне-то пришли, там нужно куда-то идти. О, я уставшая такая. Ну вот, оно, Царица-то помогла. И я такая прям и пошла, и пошла. И вот все сделала. Ну, что за вопросы такие? Повери, значит, ей повери. Что за вопросы повери, про Царицу повери. Небесную? Зачем? Может, про Царя Небесного хоть один вопрос кто-то задаст? Что для вас Христос сделал? А таких ей вопросов не никто... А таких вопросов никто не задает? Таких-то вопросов никто вообще не задает о Христе. А о Царице Небесной, да? Почему? Празднование иконы. Иконы все поклоняются под икону. Пошли нырять. Пошли нырять под икону. Все. Первый архиерей занырнул. И потом за ним все священники, дьяконы и подьяконы. И под икону ныряют. И вопрос вы мне задаете? И вам ответить зачем?
Он, вот ответит Нестор, потому что он прочитал первую книгу Маковейскую. Зачем? Потому что сатане надо разрушить израильский народ. Идолопоклонство привести. Вот и все. Что непонятного-то? И не надо на меня такими глазами смотреть, что я какой-то не такой. И приносит, но я вообще говорю вот про всех. В те далекие времена. Было, да, именно так. Когда несли, например, образ Спиридона Тримифунтского, например, и они ж проходили все под, не над, ну, не рядом, а проходили под него. То есть это был еще, а это же конец 4 века. Значит, это было, это еще даже до 4 века. Вы взяли, что ныряли под икону? Ну, я читала только вот, сегодня сдала книгу эту. И ты, где написано, что там под икону ныряли? Кто писал-то это? Ну, в житиях я не знаю, кто. В житиях написано, что под икону ныряли? Да. Нет. Спиридона Тримифунтского? У Спиридона Тримифунтского жития очень короткое, потому что оно неизвестное. О чем речь идет? Дальше собраны письма там всех, кто чего вот это... Все, кто что придумал. Ну, а что при Златоусте там никто не нырял? А на Златоуста гонение устраивали? Времена-то почти, не почти, а те же самые. А те же самые. Почему Златоуст громил хвост и в гриву всех этих любителей ристалищ и театров? А в этот момент кто-то нырял. Никто не нырял. Но там другое у него еще было. Но они не ныряли, они просто проходили. При Златоусте. Выше, это вот несли, например, а они под ним внизу проходили, а это сверху шло. Так вот. Ну, это, может быть, там кто-то подходили, подняли, чтобы все видели там, я не знаю. Ну, наверное, здесь конкретно так. Все просто ныряют. Вот так прям. Идут, она вот на таком уровне. Шапку снял. Туда ныряет. А здесь я видел коробейниковскую икону, маленькие вот такие образочки, священникам передают, они вот так вот по ней водят и обратно передают. Вот так водят по иконе. Вот так это я сам смотрел, наблюдал в течение часа, может полтора стоял тогда на ногах. Хорошо стоял. Прямо у нас вот в Покровском соборе. Освещают или как водят? А что вы мне вопрос задаете? Пройди через благодать. Вы мне задайте какой-нибудь вопрос по Слову Божьему. Это объяснять. Вот прочли Слово Божие, и по нему задайте мне вопрос, пожалуйста. Чтобы не я сам придумал, как батюшка говорит, правильно. Задайте вопрос. Вот у вас же вопросов никаких нет. Вы сейчас такие вещи говорите. Вот я, например, не знала, что под иконой. Что такое? Да, говорите. Я тоже не знала. Глядите вот. Я хотела бы дальше продолжить эту тему. А уже свидетели, которые вот это все выдвинули. Давайте. Они просто искали моментов, чтобы предать Господа. Да что ж мы отвлекаемся-то на другие моменты? Да не предать, а убить уже. Убить уже, да. Уже предали все. Для того, чтобы предать им еще надо было вот это вот найти. Какое нет, страшное... предать его уже предали. Предатель его предал уже. Да, все, уже руки их предал. Все. Все. Теперь его надо убить. Иуда прошел. Теперь искали. И теперь искали убить его. Причину искали, когда его схватить и когда его уничтожить. И причина, вот эта вот, которую они вот выбрали, я говорю, это причина совершенно глупейшая. Причину. Я вам сейчас как раз рассказываю, почему всем. Что, лучше меня можете, что ли, рассказать? Ничего понять не могу. Я вам про храм только что объяснил. 10 метров ширина стен. Как он разрушен за 3 дня? Римские завоевания прошли. Прошли греческие завоевания. Никто не разрушил. Физически-то это невозможно. Потом-то разрушили. Потом-то разрушили все равно. Вот в чем смысл-то весь. Потом разрушили, доигрались со своими словами-то. Он-то духовное говорил. Духовное бы, если бы они приняли, они бы поняли. И кто разрушил язычники? Они бы все поняли, что они делают. Они рушат самого Христа, пытаются разрушить. Вы даже не понимаете, для чего сейчас космические войска сделаны. Вы не понимаете, для чего генетика. Никто. А генетика, понимаю. Почему? Ну, ближе к печати. Генетика для того, чтобы создать все, что надо. Чтобы все создать, что надо, как в храме Соломонова. Чтобы были красные телицы, полностью красные. Да. Чтобы были овечки без изъянов специальные. Да. Чтобы можно было определить, наконец-то, 12 колен Израилевых. Кто из евреев к какому колену относится. Вы ничего не понимаете просто. Священников как выбрать? Кто будет там в храме третьем? Они знают, что третий храм. Там уже, наверное, все расписано. Ничего не расписано. Все еще только в действии. Генетика в действии. ДНК эти сейчас собирают после взрыва, просто молекулы собирают и восстанавливают, имя человека узнают. Вы понимаете, в чем дело? Для чего это? Это только
ошметки тех знаний, которые евреи хотят собрать, чтобы можно было восстановить все, что было перед тем, как разрушили храм. Вы что, не понимаете, это победа их тогда будет. Еще не найден ковчег Завета, не найден. До последних дней, говорит, не будет найден. А потом, наверное, найдут, я понимаю. И Иеремия его спрятал. Иеремия пошел, спрятал, а потом за юг по следам по его пошли искать и не нашли. А перед этим спрятали ковчег Завета и нашли. В храм Зарававеля, да, его нашли. Да. Он стоял там. А Иеремия спрятал и не нашли. Свитки. А космические войска нужны для того, чтобы Христа, Христос придет на облаках. Это они все знают. Они готовятся к этому. Уничтожить его, да? Да, конечно. Они же не верят в свою духовную миссию. Что он вообще не... Понимаете, о чем речь идет? Это же заговор масонский целый. Ну да. Который вы даже не можете представить, какой он. А да. Вам и не надо представлять, потому что мы молимся Христу просто и все. Да, это нам как про кишки не надо знать, какие там они, двуперстные, да, или что. Мы просто молимся. Господь нас сотворил. Мы сейчас сидим с вами, поели, все переваривается, мы силы хорошие имеем, глазами закрываются, бодрствуем, ум действует. Почему? Вот что-то там действует в нас. Кислороды там всякие, аминокислоты, белки там, углеводы, все как надо. У нас в балансе. И Господь говорит, вот будете сидеть на занятиях, и не будет у вас рака. Ходите все время на занятия, и будете вы всегда живенькие, хорошенькие. Там все будет что-то действовать у нас. А что будет действовать? Там метил или сын метабол какой-то. Нам это надо знать с вами. Нам нужно знать, как нам сегодня пойти и сделать такое доброе дело, чтобы Господь нас заметил, что оно действительно доброе дело будет. Вот мимо проходите, кому-то подать визитку на наш сайт. Кому-то слово сказать доброе о Христе. Христос с вами там, допустим, или Христос. Спаси Христос. Да, люди все, что? Или там поздороваться, мир вам. Это вообще все падают в обморок. Мир вам, а? Все вот так. Даже знакомые мои хорошие, кроме моего генерального. Я ему первый раз сказал, он оказался потом евреем. Я думаю, что он так воспринял? Я зашел сразу, и что-то там, и он руку протягивает, там, ну, здравствуйте, там, а я, мир вам. Он, чего? Он такой... Я говорю, да это у нас так здороваются между верующими. Он, ну-ка еще скажи, я говорю, мир вам. А что отвечать? С миром принимаю. Он, так, давай теперь так с тобой всегда будем здороваться. И все, и мы... Там у него толпы людей там стоят, там всякие, ну, кого только нету, там начальники всякие, генералы даже бывают, приходят к нему, милицейские. Я захожу, Геннадий Владимирович, мир тебе. А, с миром, заходи. Они такие смотрят, что-то не поняли. Гривицкий, да? Ну, у него фамилия Гривицкий, поэтому некоторые думают, ну, Гривицкий, что там, фамилия даже сама о себе говорит. Кто он такой? Ну, кто он, да, явно еврей. У него дедушка был еврей раскулаченный, так что он, ну, друг друга в этом плане понимаем. Это неплохо, что евреи будут знать. Так что, вот, столько много нужно знать, и столько не надо знать. Знаете, вот много не надо нам знать, а много надо знать. Ну уж историю иудейского народа надо знать. Я на 2 раза иудейские древности прочел, на 3 раза иудейскую войну прочел. И я вам могу сказать, что еврейский народ – самый героический народ. Это как 28 панфиловцев, как 9-я рота в Афганистане, как какие-нибудь богатыри наши там или гусары в наполеоновских битвах и так далее. Вот это герои настоящие. И они герои-то непростые. Они же за Бога и Иегову подвязаются. Вы понимаете? И они другого-то не знают. Да, сейчас это понятно, что там сатана правит бал. Но до этого-то они-то пользуются маковейскими книгами. У них они герои идут. Эти люди, которые умирали за Бога. Понимаете? А мы должны показать им, что это наши герои. Это наши герои. Они правда герои маковейские. А Господь и говорит, вперед на помощь своим героям. Прокляните Меос, говорит, прокляните Меос. Что, какой Меос? Начали смотреть, а правда, один только городок маленький не пришел, Меос называется. Прокляните, всех убили полностью, все со скотиной, детей, женщин, мужиков, всех вырезали. Почему? Потому что они пришли на помощь героям храбрым. А у нас кто куда на какую помощь придет?
Можно я вот еще сюда вот ставлю истолкование? Недавно я слушала толкование вот по этому поводу. Вот они не могут, вот это разница у них почему, а потому что они живут по сей день по горизонту, как написано, там написано, по горизонту, то есть только материально. А вертикали у них не выстроена, у них нет вертикально вот этого духовного Христова, Духа Святого. Ну, похоть который... очей, похоть плоти и гордость житейская. Да. А, и там написано, и живут они по горизонтали. Гордость-то житейская в чем? Нету. Ты духа. Должен быть как все. Как все. Вот почему вот, где тут твоя сестра-то убежала? У тебя есть такой телефонище, как у сестры? Нет. Вот ее сестра купила телефонище. Он ей зачем нужен? Это телефонище. Как у меня хороший, да, телефон. Да, да. Вот зачем, я... зачем ей такое телефонище? Скажите. Нет. Вот зачем такое телефонище? Я понимаю, вы по этому телефонищу будете Библию читать, жития святых, да, толкования наши. Да. Она ничего этого не знает, она ничего туда не смотрит. А сейчас ей не для этого. Ей переписываться с тетей Надей. Я включила, хотела... Тетя Надя у нас великая переписывальщица, вот она переписывается все. Хотела вот эту сфотографировать, она озвучила, батюшка говорит, а я включила, она вот это, не камеру, а что? Не фото, а камеру. Понимаете, а это все, нет, называет, а это все называется стихии мира. У всех такие телефоны, все купили телефоны. Я вот так начинаю где-нибудь, сижу, а я вообще на это внимание-то не обращаю. Я беру этот телефон, он еще, видите, какой. И такой раз, что-то там. Ковыряюсь, еще плохо вижу. Я смотрю, молодежь на меня так смотрит сначала. А я никак не реагирую вообще на их телефоны. Потому что у меня-то компьютер есть, я знаю, что такое интернет. И я в интернет вчера вот показал ему. Видел у меня мои исторические подборки? Я показал ему. У меня вот так вот идет там, ну, сотня исторические подборки. История. Из Википедии беру ее. И потом, когда есть время, я прочитываю историю. Почему я много историй? А история, это вам не шап-шарап называется. История — это документальное все. Я, если смотрю, только документальное. Или приближенное к документальному. Или комментарии на это. То есть мне не интересно какие-то вот такие фильмы смотреть, которые не несут никакой исторической подоплеки. Правды. Я смотрю, допустим, мне интересно смотреть характер людей, допустим, американцев во время гражданской войны. Как они революцию делали, американцы. Почему? Мне интересно дойти. Почему? Что это за народ? И я прихожу к выводу, это может быть верующий народ. И везде евреи. Везде евреи, везде евреи. Евреи всегда, везде, во всех революциях, везде евреи участвуют, понимаете? То есть Господь дал им такую жажду вот этого познания нового, но все через кровь. Как это жалко. И я смотрю, и у нас полностью, как повторюхи-мухи, знаете, такая есть детская пословица, это поговорочка. Вот. Делают, что американцы там, что и русские повторяют все это. Все повторяют, так же повторяют. Что своего-то не можете сделать? Ну своего, а же своего, много всего. Почему вы не можете взять хорошее от греков, от Иоанна Златоуста, проповеди? Почему нельзя таких восстановить архиереев, священников? Ну почему? Мне интересно. Пускай они даже читают постоянно Златоуста, цитируют его, но только его. От себя тяну, пожалуйста, но не надо. Как только начинаете свое делать, и сразу запах-то смертоносный, никакой жизни нету. Начинают Златоуста читать, приятно. Выводы делают, вообще непонятно о чем. Не понимают. Не понимают Златоуста. То есть прикрываются, поэтому его не любят читать. А есть все это в интернете, вы заходите... Толкование и перечитали. Златоуст, Феофилак Болгарский, Михаил, эти толкования, ну, комментарии, толкования. Лопухина, берете толкование. Даже Лопухин, кто такой, я его почитал. Ну, ничего путнего нету, но он все собрал, что можно. Вот и евреев там собрал, и философов собрал. Что говорили о религии, о том или ином событии. Как во всей мировой истории, представляете? Вот такущая книжка на тонких-тонких листочках, по 2000 страниц почти, трехтомник. Там столько трудов, и я все прочитал это. Вот Бог дал же, прочитал все, и вывод делаю. Лучше вот Феофилакта самое понятнее, ничего нету. Там так запутано все. Там еврейские слова переводятся, греческие слова, выражения. Это вот как с кишками сейчас начнем мы с вами. Какую-нибудь болезнь у кого-то смотреть. Только тот, кто знает, поймет. И то не до конца. Да. Потому что там, знаешь, сколько всего еще непонятного для нас.
Там и потом скажут, а вы знаете, вот это вообще-то чудо. Это так не должно быть. Вот эта вот кишка через ту вот аминокислоту, это никак не может. Это мы не знаем, что делать. Ход сделали, да? Ну, я сам перед вами сижу, такое чудо. Вот мне в 17-м году у меня закрылся в Халидахе канал, подающий желчь. То есть, когда у меня тут перенапряжение жиров в желудке, этот канал должен открыться и через печень впустить, ну, через поджелудочную там печень, впустить желчи сколько надо. А сколько, я не знаю, меня не спрашивайте. И вообще, почему этот канал должен быть? Но он есть у каждого из нас. Тоненький, маленький такой. Есть большой такой, Халидах называется, а через него маленький вот такой каналчик отдельный. И он вот тут вверху, в верхней части желудка. Дополнительный канал. И он у меня перекрылся. И они мне его искали 7 дней. Неделю, короче. Нашли. Я уже пожелтел, а они нашли. Нашли, понятно? То есть они знают, как искать. Нашли, открыли мне его через желудок, вырезали там, что надо. Он начал подавать желчь, прямо на моих глазах, как брызнуло вот так в экран. А телевизор здоровый вот такой, вот такущий огромный телевизор. И там цветное прям, мой желудок внутри. А когда они начали резать, мне стало больно. И я понял, ты что к себе, это, знаете, как говорится, как негру в желудок посмотреть. Ты что к себе в желудок-то смотришь, тебе же больно. Я понял, не то я делаю, мне молиться надо, а я там смотрю, как там что, они операцию делают. Скальпель прямо режут. Желудки. Там телевизор у них, свет. Это как взрезать. И потом, когда все так закончилось, там профессор меня рассматривал и говорит, ваша болезнь непонятна нам сегодня, медицине сегодняшней. Мы не знаем, что это случилось. А я с самого начала все рассказал, батюшка говорит, ты говорит, не говоришь, что хоть постился-то. А я говорю, так с этого все началось. Что я 5 суток не ел и 3 суток почти не пил. Почти там немножко, несколько часов не хватило. И у меня началось эти осложнения, пошли. Он все рассказал подряд, она. Так, ну вообще я не понимаю, конечно, зачем вы так поступили. Вы что, и воды не пили, что ли? Я говорю, ну да. Первый раз, говорит, так слышу, что постились. Ну я понимаю, там ни мясо там не есть, это ясно. Ну чтобы ни рыбу, ни, да еще и воду не пить. Ну, вы, говорит, дали. Ну, говорит, даже не знаю, говорит, я в таком раскладе не рассматривала вашу болезнь. Ну, хотите, говорит, так думайте. То есть, они ничего не знают, что со мной случилось. Господь просто взял и исцелил. Дал кому-то там мозги. 11 врачей прошло через меня. Искали, что у меня там такое, что я желтею. Желтый стал, как вот апельсин. Ну, как Нина Александровна сейчас в одежде. Так что, и таких случаев я знаю очень много, понимаете, очень много таких случаев. И зачем нам вот это в подробностях рассматривать, правильно? Когда у нас есть наша жизнь, меня больше всего волнует, вот есть старообрядческие общины, настоящие общины верующих людей. И вот они не принимают нас, эти люди. Вот это дилемма так дилемма, понимаете? Они прям православные и целые общины. Вот и у нас тоже есть. Со священством. Но. Вот это грустно так, грустно. Начинаешь о Слове Божьем говорить, им это неинтересно. Им интересно, чтобы ты вот там двуперстие, чтобы там, ну что-то внешне. Такое. Да внешнее нет, не внешнее. Там внешне. Что-то нужно вот как вот они. Чтобы по-нашему давай. По-нашему давай. Вот а что? Вот, а почему нет у нас мира-то с ними? Ладно, там в Московской патриархии у них там такие архиереи да священники. Хотя я среди них тоже есть добрые, батюшка правильно говорит. В чем дело-то? Почему мы не к договору приходимся? Мы что, какие-то... Вон, глядите, приехал Семенов, этот, Вячеслав, с отцом и с женой на крещение. Выставил какой ролик. Это, наверное, я так послушал, один из самых, почти 100% правдивых пересказов того, что он там видел. Что увидел. Это меня удивило, потому что другие, кто не приезжают, начинают там что-то как шахматов, вот, что он увидел, я так и не понял, что попало. Вонючка там начал, там всякую ерунду. Да он вообще...
А сейчас он чем занимается? Чем? Да я его, я на его канал два раза вышел, все, мне ни к чему. Организует эти молитвы по соглашению, собираются где-нибудь, например, где-нибудь в каком-то монастыре или на Афон вот ездили, потом, ну, в разные, в крупные, вот где чем-то прославились, вот и надо в тот ехать, и сегодня будем мы там читать канон, вот так, акафист, вернее, акафист. Он полностью в обрядоверие ушел, полностью. Вообще вот... Он и подумал, что и здесь тоже. Он приехал только к Иннокентичу. Вокруг он верующих вообще людей не увидел. И вот тут вот на бабушке, да. Говорит, кого тут на кросс смотреть? Ну да, кого, говорит, тут смотреть? Вот тут вот написал, это гравировка. А молитва пред Господом, как тебе? Татуировка. Татуировку тут написал. Господи, спаси, сохрани и помилуй. И это и показывает всем, говорит, это мое благовестие. А я взяла и подписала, это не благовестие, а молитва. Ну, это надо было подписать, это не благовестие, а кощунство над Господом. Это, написано, ну, не делай надрезов, не над писанием на теле своем. Да. Второзаконие. Это то же самое. Я не знаю, что вы шахматы смотрите, канал его пополняете, зачем он нужен. Я два раза после этого вышел посмотреть, что он. Я его не смотрю, он там мелькает же. Что попало, обогнать. Он начал после этого ездить ко всем, кто мог бы его поддержать. Интересно, он был... У Головина отца после этого, он его не поддержал. А потом поехал, такой есть артист, этот, не Дроздов, а Певцов. К Певцову поехал. А он еврей Певцов, кстати, обратившийся в православие. И он думал, Певцов поддержит его, начал говорить об Игнате Тихоновиче, а тот ему отвечает. Ну, и я, говорит, также тоже обратился, тоже, говорит, это я считаю, что я тоже избранный. О рождении слышал. Да, что я тоже избранный считаю. Да, тот такой раз замолчал, и все, мне интересно стало. Да, да. Ему нужно только то, что он думает, и так ему теперь расскажите все это. Он пытался Игнатия Тихоновича там на ногу заложить, что-то ему там... А Игнатий Ильич просто рассказывает. Он как локомотив, вот так, без тормозов. Прошелся, все рассказал ему, он его обличил полностью. И он, что-то почувствовал, совесть начинает обличать. Начал туда кидаться, сюда за помощью. А у духовных людей ничего не нашел. Даже этот Певцов оказался духовным человеком. Да. Действительно ищущим Бога, старающимся что-то найти. Ну я не знаю, как он там, что. Он только самолюбованием занимается. Да, да. Он все время на машинке, вот это вот, на машинке все время. На машинке что-то там начинать, хо-хо. Игорь, а можно еще маленечко вот от темы вот вопрос задать? Вам какой? Ты же читаешь вот эту историю, тебе же нравится, вот, что, чем отличаются эти люди. Я нравится. Недавно... Нравится. Просто кажется, нравится. Что-то надо. Я вижу, что это ты вот сейчас вот что-то говорила как раз об этом. А я недавно услышала, что про нас, про русских, говорят, что... Ну, сами же и русские говорят, мы народ правдолюбец. Ну-ка расскажи, мы правда правдолюбцы? Я думаю, если бы мы были правдолюбцы, то мы бы искали эту правду, а ее нету нигде, правда. Правда только у Бога. Это вы сейчас говорите, потому что вы рождены свыше и знаете это все. А то, что вы в общине... мы похожи на правдолюбцев, наш народ. А Путин, даже Путин говорит, у нас вся правда в глубинке. Путин об этом говорит. Его заставили поверить патриархи и прочие священники. Где-то в глубинке, в тайге. Правда там. Вот есть бабка с дедом. И у них это правда. Понимаете, в глубинке это вся правда. Тогда он правильно сказал. Правда с небес, а истина с земли. Правда только с небес. Да. То, что Божий знает. Какие мы правдолюбцы? Если бы мы были правдолюбцы, мы бы искали правду-то где? Те, которые ищут. Самому Богу обращаюсь, да не как? Ну, в псалме говорится. Я тебе позвоню, Мариш, чтобы тебя подхватить, если что. Скоро правда у нас конец. Небеса проповедует. Ну, помоги, Господи. Твоя дела рук и увещает твердь. Мариночка, спой. Да, интересно. Да, мне. Да, Любовенька. Это 18-й псалом. Так что вы понимаете, что это вы говорите, какая правда, какой правдолюбец, а так-то действительно правдолюбец. Я вам скажу сейчас простое. О советской власти не буду говорить. Советская власть это безбожное, это демоническое существование нашего народа, как чудовищный эксперимент масонов, которых вот в то самое время сатана поставил на службу себе. И сатана обкатал на нашем народе
значит, да, будущее, хорошего, будущую, да, жизнь всей земли при Антихристе. Да. Это было обкатано на нашем народе. Если хотите узнать, как будут жить, почему последние времена будут просто страшнейшие на всей земле, просто вспомните советскую власть в начальные годы существования. А? Были поставлены галереи. Да. Ну, это не об этом речь идет. Это было обкатано сатана через этот еврейский народ, ну и там и русские помогали всякие. Он обкатал, какая жизнь будет при Антихристе. Как можно всех закабалить? А представь, еще будут вот эти вот все гаджеты и так далее у Антихриста. А как сделать так, чтобы люди тебе подобные, твой товарищ, твоя подруга, вот рядом сестра, чтобы она так тебя предала, чтобы не просто тебя убить, а опозорить, твою дочь опозорить, убить. И до последнего колена тебя сделать, ну, последним разью, понимаешь? И так тебя убить, чтобы ты не смогла поддержки получить нигде. Понятно? А это только Бог может тебя поддержать в этот момент. Если хочешь посмотреть, как это было, фильм «Чекист» 92-го года, посмотри. До конца, если досмотришь, нет, позвони мне и скажи, я досмотрела до конца, Игорь. Нет. И я скажу, молодец. Я ни одного не знаю. Сергей Павлович смотрел, я ему дал. Я говорю, ну что? Он говорит, а как это можно смотреть? Ты что, говорит, до конца досмотрел? Я говорю, я посмотрел 20 минут. Я вот так вот перемотаю чуть-чуть. Перемотаю. У меня волосы дыбом просто стоят. Как они сняли этот фильм в 92-м году? Эту правду. А его нигде нету, только на интернете. Его не увидишь. Так. Чекист называется. Посмотрели. И страшно смотреть. И потом сами сходят с ума от этого всего. Да, для них человек ничто не значит. Никто ничто. Там такое безумие просто. Не знать Бога. И что может человек, не зная Бога, сделать? Или во имя Бога. То же самое. Только маленькая буква. Ну, это понятно. Поэтому, да, правдолюбец ищет правду. Глядите, Россия не объявила войну Германии в Первую мировую войну. Угу. Царь не объявил войну. Почему? Этот дядя был его. Вильгельм. Кайзер. Кайзер Вильгельм. Дядя был его. А он ему племяш был. Вот так вот. И двоюродный брат его, Георгий был, вот, пятый, английский король. Он был двоюродный брат Вильгельма. Вот так все переплелось. Представьте, и затеяли между собой такую бойню. И Россия не объявила войну Германии. Просто мобилизацию царь начал, а немцы, так как начали мобилизацию, объявили войну России. И дальше уже пошло там накатывать уже все. И Россия так никому войну не объявила, только Турции, по-моему, с турцами, как всегда. Так что это правдолюбцы. И когда началась война, царь вышел и хотел обратиться к народу с балкона Зимнего дворца. А площадь перед Зимним дворцом была заполнена, ну, порядка, наверное, 300 тысяч человек было. Туда уходило, вот где этот ворота там ломают, показали, это не было ничего, это сказки, матросы там. Это вот эти ворота открыты были, вот туда народ. Везде люди были, везде, на крышах, где только не было людей. И император вышел, и руки вот так поднял, хотел к народу что-то сказать. И народ как взревел и запел «Боже, царя храни», и все на колени рухнули перед ним. И он не улыбнулся, ничего, он вышел печально. И он потом об этом событии пишет. Не дали мне даже сказать слово, понимаете? А он хотел им говорить-то о Боге. Это вот не как сейчас Путин там что-то. Вы все сдохнете, как собаки, а мы будем в раю, раз вы на нас атомную бомбу бросите. Это что, не правдолюбец? Это тоже правдолюбец, понимаете? То есть, говорят об этом-то действительно, да, русский народ правдолюбец. Действительно, это так. Даже при советской власти пытались эту правду. Нам присылали по ленд-лизу много очень техники, американцы. Много танков, самолетов, но больше всего вагонов и машин. Грузовых и легковых. Машин нам прислали, вот вы цифру, не поверите цифру просто сколько, около 1 000 000 грузовых машин, а с легковыми 1,5 миллиона. Миллиона машин прислали, представляете? Лучших марок, с одеждой, с едой внутри машин, со всем инструментом. И еще слесарные были всякие машины, специально, чтобы можно было ремонтировать их. Ну, как в Америке, в общем, все они сделали. В каком году это было?
Это начиная с 41-го года поставки фашистов. С начала войны. С самого начала войны. В августе месяце первый конвой с Англии уже был. А потом дальше там через Тихий океан возили во Владивостоке, гнали, гнали, гнали. А потом через Иран. Через Иран когда гнали машины. Через перевалы машины стояли 50 километров. Хвост-хвост машины стояли. 50 километров машин. Вот так. Представляете? И мы об этом ничего не знаем. А стоило бы знать. И что вы думаете? Американцы — это ленд-лиз был. То есть аренда, безвозмездная аренда и продажа по самортизации. Ну, то есть подешевле у них была вот такая. Замена самого. Да, ну, допустим, и русские, то есть мы должны были сами выбрать, что мы оставляем себе эту технику, или за маленькую цену себе оставляем, или отдаем. То есть вот так. И что думаете? Отдали. Отдали. Все студебекеры. А студебекер — это наша победа. И кому? Это Катюша. Это все системы возили на студебекерах. Это лучшая машина у нас была. Из нее потом сделали, называется Захар. Такая машина. И Урал тоже. 157-й. Это очень проходимо. ЗИЛ-157. Это вот на основе все студебекера было сделано. Ну, переработали это наши могли. А сейчас машина Урал. Еще дальше подработанная. Мощная машина. Все. Проходимая там. Но она такая, на нее посмотришь, она вот такой высоты, гигантская. Они по тайгам ездят, это наша, моя в тайге передвигался. И они взяли и отдали все американцам. Наши. Вернули, да? Вернули все, вы понимаете? И причем под страхом смерти возвращали. Водители плакали, вот один мне водитель рассказывал. Я думаю, для чего мне это нужно слушать его? А сейчас пригодилось. Он говорит, я плакал, а в Ригу привез свой студебекер. А он его, я говорю, его содержал просто в идеальном состоянии. Потому что это была не машина, это фантастика для тех лет, понимаете? Но это все равно, что как со осла ты пересел на вот, как у нашего брата Севастьяна. Или как у Андрея, крузер. Понимаете, со осла. И то же самое были наши машины, и вот этот студебекер. Там все притерто, все двигается. Не застревает машина. Он говорит, у меня идеал был. Он его всегда красил. Им говорят, привезти в порт. Перевезти в порт, отдать. И он говорит, я со слезами, говорит, отдаю. А потом, говорит, когда увидел, что они делают, они кузова, у них все металлическое было, они кузова раскидывают, аккумуляторы снимают, радиаторы откручивают, ну, это цветной металл, фары, ну, такое все там, панельную доску, это, и там пресс стоит огромный на корабле, загоняют машину металлом. Прям своим ходом туда, то толкают, и прессом, хлоп ее, ну, и, говорит, вот такой кубик, говорит, выходит от моей машины. Я, говорит, вот так аж, говорит, разрыдался. Что же вы делаете? И эти машины десятками тысяч туда. Во все порты Советского Союза. На Черное море. И все море. Полтора миллиона. А зачем изломали-то? Почему? Все изломали, ничего не стали брать. Ну, а зачем как, изломали? Ну как, правдолюбцы? Ну сказали, нет, значит нет, да, мы вам покажем, американцы, что мы такие. И студебекеров единицы у нас там. В музее не могли найти. Потому что правильно нами. Я говорю про правдолюбцев. Просто вот даже при советской власти, ну, Сталин, он, казалось бы, ну кто такие американцы далеко? Да оставил бы все, да и все, и сказал, пошли отсюда. Нет, правдолюбие. Людей ненавидели русских. Садится Молотов в самолет ТБ-3 и летит через немецкие все, через позиции, через фронт, летит в Англию. Летит на этом бомбардировщике, чтобы переговоры вести. Странный народ, да? Людей убивают пачками и жизнью рискуют, непонятно за что, казалось бы. Это прямо советскую власть даже говорю. Непонятно. Казалось бы, у них ничего, совести никакой не должно быть. А пришло время, начали биться. За Сталина убился, за Россию, за народ. Вы можете определить? Это правдолюбие все называется. Молотов-то тоже русский. Даже тот же Сталин взять. Тоже свои завихрения были. Зачем он взял, сам поставил патриарха? Заняться нечего. Убивали их при Ленине. Потом поставил. Учился. Тоже. Ну, учился, ну еще что учился. Убивали-то как? Всех священников убивали. А потом раз, началось. Что, это не правдолюбие? Тоже правдолюбие. А немцев? Сколько нас немцы гнобили? У них были концлагеря, построили здесь, отсидели 10 лет, каждому там рядовому дали по 10 лет за то, что он с оружием перешел границу. И отпустили все в Германию, идите, живите.
Они поразъехались, кто в ГДР, кто в ФРГ живут. Странно, да? Казалось бы, советская власть своих угнобят по 15-25 лет. Этим десятку в зубы и потом выпустили. Странно, это правдолюбие. Странно. Это правдолюбие, я вам говорю. Это что-то есть. У меня такое есть уже. Я никак не могу определиться, любить белогвардейцев или все-таки они тоже... Но они ясно... Они за себя сражались. За себя. А знаете, как много любили? Не только за себя. Ну, они сохранили нам нашу церковь, в которой мы сейчас находимся, за рубежом. Но не могу определиться до конца. Они тоже убивали и вешали и так далее. Как нужно было поступить? Не знаю. Я знаю только одно. Если бы никто не убивал, было бы легче. Ну, начали убивать большевики. И эти пошли убивать. За правду, все это за правду. У нас был Гоша такой. Помните Гоша? А, нет, вы не помните. Гоша. Гоша был. Я у него был поручителем. Он должен был креститься. Такой лысый, в Афганистане воевал. В Афганистане? Да. Друг какой-то, что ли? Жил на этом, на Челюскинцах. Не, не на Челюскинцах, на Эмиле Алексеевича. И я к нему ездил домой, там мы с ним беседовали, но он потом ушел. И он говорит, я, говорит, только в вашей общине, говорит, понял, кто такие герои. Это, говорит, тот, говорит, герой, кто, говорит, за Бога будет говорить о Боге, а его будут убивать, и он оружие против не поднимет. Вот. Я говорю, слушай, ты далеко дошел уже. Но это прям как Христос, смирение такое. И все-таки ему тоже не понравилось у нас. Ушел. А так-то верно. Я говорю, ты сейчас понимаешь, что ты делал в Афганистане? Вот убивал там и так далее. Он говорит, да, я теперь понимаю. Я с удовольствием покаюсь, говорит, в том, что я людей убивал. А он убивал по-настоящему. Да, там играли. Там не играли, да, уж это точно. Правдолюбцы, все. А сейчас знаете, как они выкручиваются из того, что они, как говорили, интернациональная помощь сейчас, да? А теперь знаете, как говорят? Не знаете? Последнего времени. Недавно это стало. Я просто на пульсе скрежу. Они теперь говорят, это были первые террористические организации, которые Советский Союз уничтожал на территории соседних государств. Да не своими именами, а придумывают на ходу, называется. Не было там никаких... Не было там никаких террористических... Не было никаких террористических там организаций. Не было. Их сделали мы, когда зашли на территорию Афганистана. Да, я об этом говорю. А они теперь говорят, раньше же просто интернациональный долг. Чтобы не было капитализма там, это вот о чем была речь. А теперь говорят, это были там первые террористические организации, и мы там с ними боролись. Да как кто их насадил-то? Вы же туда пришли, начали убивать людей, и они возникли. Само собой, раз они убивают наших солдат, наши убивают их солдат, они наших солдат, тогда мы должны быть тоже террористами, только мы организованные террористы, а они... Тайные террористы. Мы будем советские разведчики, а они будут иностранные шпионы. Хотя слово разведчики и шпион одно и то же, только разных языкового значения. Все. И так всегда было. Поэтому вот с этой правдой, да, мы правдолюбцы. А самый главный правдолюбец у нас, знаете кто? Игнатий Тихонович Лапкин на сегодняшний день. Это сказал Кураев. Это сказал Кураев. Это самый главный правдолюбец. Он, говорит, такие пласты, говорит, забытого нами православия достает. Но, говорит, никто, говорит, ничего не может сказать, говорит, против этого. Он, говорит, просто берет это, говорит, то, что написано, и показывает нам. Если бы, говорит, он это не достал, мы бы, говорит, об этом даже не вспомнили. Но он достал, и мы не можем, говорит, теперь это отринуть. Вскрыл, короче, это все. Не можем отринуть. Мы должны как-то на это реагировать. А реакция только одна сейчас. Все молчат. А почему? Для того, чтобы сопротивляться, нужно быть холодным или горячим. Господь говорит, а так как ты тепл, я тебя извергаю из уст своих. Поэтому такая блевотина везде у нас льется в храмах. Поэтому я вам и говорю, что ни Осипов, ни Головин, никто до конца ничего не может сказать. Вот можно сказать? Говорят, потом раз чашу какую-нибудь ядом плеснут. По поводу Игната Тихоновича Головина, знаете, что сказал? Ну, я видел, что он сказал. Сейчас скажу. Последний шахматом, когда он был? Да, и он шахматов, когда шахматов что-то у него там спросил. Ну, он два раза шахматов у него спрашивал, до и после. Да. И один и тот же ответ получил. Только второй раз, перед тем, как поехать, он сказал ему, я, говорит, Игнатий Тихоновича узнаю, я уже с ним беседовал там,
уже читал его много, я понимаю его. Мне вот интересно, неужели он общину, неужели там община есть у него? Да. Вот это у него самое главное было. Я, говорит, хочу поехать и посмотреть, там правда община? Правда. То есть он в это не верит, что он дошел до того, священник, что он понимает, вокруг него куча народу, сотни тысяч, и не на кого положиться. Вот такой, как Шахматов. Он говорит, я бы хотел такой, как Шахматов, как ему приезжает. Удалось создать общину, как ему это удалось. Да, да, да. Он говорит, в мои молодые годы, когда я еще в семинаре учился, он уже слышал все, говорит, говорили о нем. Говорит, о нем такая была молва, что я, говорит, еще был молодым, он же учился-то молодой, и я уже, говорит, тогда его знал. А знал, говорит, я их откуда? От ББ. ББ это бывшие баптисты, которые у ББ, они ушли в священство. И таких было, оказывается, много. И по сей день про него говорят, про Игнатия Тихоновича. Да, и, говорит, и все время о нем была мало. Но я, говорит, теперь бы хотел сам поехать и посмотреть. Он говорит, одно время, но он не знал про него, про Игнатия. И потом, говорит, я когда вот в интернет-то, говорит, и я тут увидел, что он работает и что у него есть своя община, и что община действует. И я бы, говорит, теперь хотел бы поехать сам лично и посмотреть, как ему удалось это сделать. А Шахматов у него спрашивает. А вот люди вот говорят на него то-то, 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 всякие же эти мнения это высказывают. И, а он говорит, ну что вот он вот то-то говорит. Он же тоже, говорит, ошибается. Он говорит, да, может, он и ошибается. Он говорит, может, а он говорит, а вот как раз, вот тут он ему ответил еще вот на что. Может, а где, в чем ошибается, ничего, разговора не было. И он говорит, ну ему удалось общину, и она у него, община есть, и она действует, и я хотела бы посмотреть. А далее он говорит, что, а почему ему никто не может ответить, ну, по крайней мере, не, он даже вот так говорит, ну, кто хотел бы ему ответить, то он должен знать хотя бы столько, сколько он знает. А он, говорит, знает Писание, Жития, все на память. Все, ну и перечислили. И каноны, не каноны, говорит, а каноны. Каноны. И вот это все он знает. И чтобы с ним разговаривать, кто-то должен знать больше, чем он знает. И все это должен держать. Тогда он сможет с ним говорить. А... Ну, это правда. Это действительно. Он на крещение обещал. А такого... И он говорит... Он заболел, говорят, ноги. И он говорит, но такого я, по крайней мере, у нас в России не знаю. По крайней мере, у нас в России. В России. Можно подумать, за рубежом кто-то... Он хотел сказать так, ну, да, да, но да. Потом он себя обезопасил и говорит, по крайней мере, в России. Вот даже как-то у него маленькая пауза была. Такого я не знаю. А насчет вот, что ошибается, он говорит, а вот как раз, и вот отсюда он говорит, а вот он-то как раз, думаю, что он больше всех нас имеет право на ошибку. Вот он-то, говорит, как раз имеет больше самое всех главное, он до такой степени, Игнатий Тихонович, вот он какие Игнатий Тихонович до такой степени молился и знал цель окончательную вот этого всего, что даже родной брат у него как раз не просто пригодился, а прям как будто бы... Бог послал. Ну, это ясно, что Бог послал. Это надо так было молиться, знать все до конца и прям родного брата. А теперь попробуй священника найди. Да. Тут рядом братья, сестры. Ну, ага. Сестры, ладно, сестры тоже могли помочь. Наташа встала, я помню, и говорит, нам нужен такой священник, который будет такой. И начала перечислять. Но не сребролюбивый, не властолюбивый, братолюбивый. Там, ну, вот это все перечислила. Да. И потом батюшка, я по-моему, вышел и говорит, если такого где найдете, говорит, скажите, говорит, приедем на него посмотрим. Ну, я не помню, по-моему. Посмотрим на него, кто это такой. Наташа, так такого нету просто все. Она такая серьезная, стала все. И выбрала себе, Валерия, американца. Да, тебе что, охота. Идите, вы же идите, поразите меня. Я тебя могу довести. Ну вот видишь. Не переживай. Час 18. По крайней мере. У нас есть еще 12 минут. Вот правдолюбие. Хороший вопрос, и на него, я думаю, прочитаем еще. Есть ответ? Да? Да. Правдолюбцы мы.
Ну, главное, правда, любит. Я еще думаю, главное, правда, любит. В том, что написано пером, он не вырубает топором. Понятно? Он берет это и другим показывает. И сказал ему один священник тут. Говорит, Игнатий, доколе ты будешь матерь церковь раздевать? Он говорит, а в чем я раздеваю? Зачем ты показал людям, как правильно креститься? Или как правильно там молиться? Как или как о Библии. Если бы ты, говорит, им не сказал, никто бы и не знал, все бы так хорошо и продолжалось. А как хорошо? Пирожки ешь вот так прям целыми торбами, бабушки принесут, и масляная головушка, шелковая бородушка. Все хорошо. Ну, вот так. А Господь-то что сказал? Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо. Гладенький. Горе. Вот жалко, Андрей где с Валерией так потерялись. Так все хорошо заканчивалось. Так... Они приняли крещение? Они приняли, да, батюшка их крестил. Но мы не... Игнатий Ильич попросил их самих отложить на год. И побыть в нашей общине год. На занятиях поприсутствовать, на службах, на собраниях. И тогда сделать свое решение уже. Но они просто пошли к батюшке и говорят, мы выбираем третий вариант. То есть там два было, они третий выбрали. Просто пошли. Ну еще креститься в другом месте он предложил. Пошли к батюшке, ну и батюшка поговорил с ними и решил крестить их. То есть за них даже не голосовали. Потому что они так странно себя поставили. Они не о вере говорили, а о каких-то чувствах все время. Вот я чувствую, вот я посмотрел, вот это мне как-то пришло. Вот. То есть, такая, а другие, там Дима этот, допустим, с Москвы, я даже сначала посмотрел на него, мне показалось, знаете, он мне кого напомнил? Первых революционеров. Да, вот такая бородочка, такой бородочка. Да, вот первые революционеры, которые, знаете, были при Ленине еще, за правду, народники такие, знаешь. Он пришел в народ учить вот этих вот крестьян, всего себя отдал вот этой рубахе такой, ну видно, что интеллигентное лицо там все. И такой, как начал говорить, ого-го, ну чувствуется, что... Да. Вячеслав, он такой... Он, видать, сам по себе у него неплохой такой характер. Думающий. Да, он такой думающий. Ему Господь за это никак не обменит ему в спасение. Он сам такой характер. Ему надо там что-то другое, видать, поменять. А вот этот Дима, он такой, видно, такой ревностный прям. Все. Но интересно, да, он историю знает. Он историю знает лучше, чем я даже. Да, лучше. Но он ее досконально пытается решать. У меня-то свое видение. У меня видение через ответы писания. На вопросы Игнатия Тихоновича, все руки видения. Поэтому я то, что не надо, шелуху отбрасываю. А он, мы с ним от белых там, о гражданской войне мы с ним схлестнулись. Единственный человек, с кем я так схлестнулся. Он говорит, я давно выбор сделал. Белые тоже гады там и так далее. И мне это так по сердцу резануло. Я так казаков люблю. Вот эти казачьи песни. Сегодня вот брату несколько дал прослушать. Хорошие, да? Там «Переведи меня через Майдан». Слышали, да? «Переведи меня через Майдан». Или там «Дымом потянуло с дона, с реки». Засверкали с шашкой казаки там все это. И там брат пошел на брата, сын на отца. И порубили друг друга, короче говоря. И вот песня как раз об этом говорит. Что... Ну, вот ему нравится, видишь. Ну, это мужчина, Вы ничего не поняли, что я сказал. Ну, ладно. Это вам на будущее. Вы ничего не поняли, что я сказал. Вам не понять этого. Трогай душу вот это. Ну, да. Не то, что душа. Да вы комментарии-то почитайте под низом, о чем что люди там. О чем что люди думают об этих песнях. В комментариях-то написано. Я не слышала. Я ничего могу сказать. Слушайте. Выйдите, послушайте Евгения Бунтова. Евгений Бунтов есть такой певец. Не знаете? Он много пишет о казачестве, он сам с Екатеринбурга. Казак. Сам играет, сам делает себе инструменты, старинные гусли. Я такого такие. Ничего не смотрю и не слушаю, смотреть. Поэтому мне трудно. Газманов. Да, это мне не интересует. Это мне не интересует который... вообще. Это мне не интересует. И Саул мне. Это отдельные песни, а там люди занимаются этим. Да, это попса. А там люди занимаются от души. То есть они думают об этом, они сами пишут стихи, то есть они переживают за это. Там кровь казачья, куда течешь ты, кровь казачья. С креста распятую Россию придут и снимут казаки. Вот такое сейчас, видите, у них что идет. Ну, то есть, это новое все.
Вы знали, что был Великий Сибирский поход в 20-м году? С января по апрель месяц. От большевиков спаслось из Барнаула и Красноярска было отступление. Вдоль железной дороги. А потом большевики отогнали, они через Ангару, через Байкал вышли к Чите. Это фильм даже показал. И было спасено 60 тысяч человек. Капель там был еще, главный Капель, он умер по дороге. Ну, около Байкала. Есть, да, называется Великий Сибирский ледяной поход. Есть еще ледяной поход, который был при Корнилове, на Дону. Это первый, это 18-й год. С марта по май месяц они до Екатеринодара они добирались. Это, там великие герои. 1500 человек против 150 тысячной большевистской армии. Ну, они, кажется, там, решили свою жизнь продать, но задорого. А оказалось, что там большевики просто негде даже клейма поставить. Одни трусы разбежались, побежали. Они в штыковую атаку шли, патронов не было. Пацаны такие, 14-летние, юнкера. Ну, то есть, люди пытались остановить это нечестие. Но кровь порождает кровь, мы должны были ответить на зло добром. Да. Они пытались злом. Ну, не все, конечно, кто-то молился, но все равно это было уже обречено, потому что должна была Россия быть другой. Для чего? Чтобы появился Игнат Тихонович с нашей общиной. По-другому никак, иначе правду кто узнал. И просто главное, интересно людям, не интересно ее знать. А Господь и не говорит, интересно тебе или нет. Он говорит, ты говори. Я тебе сказал, ты говори. Не скажешь, вот твой брат погибает или нет? Вот. Ну мы чем здесь занимаемся? Вот чем мы занимаемся? Мы должны вокруг себя видеть, кто погибает, кто нет. Если погибает, ну ты начинай трудись, ты пророк для него. Если он не погибает, должен быть твой брат или сестра, начинай трудиться, да, в другом плане. Вон, пожалуйста, сидит у нас вот один. Спит. Полубрат. Ты брат? Да. Василий Николаевич, видишь, брат нам, хорошо. Сначала обиделся на нас, теперь опять ходит. Как, сегодня вкусная пища была? Видишь? Поблагодарил сестер? Марине Геннадьевне приедет с Португалии, тоже поблагодарит. Она все готовит. Спаси Христос. Кто у нее там? Чего она поехала в Португалию? Да брат путевку ей подарил. Музейную, экскурсионную. Да что, думаешь, на пляж, что ли? Она никогда на пляжах не была. Видите, есть хорошо, кто там? Она по музеям все ездит. Она что в Бельгии, что во Франции, все музеи там обошла. В Лувре там и там пропадает. Она рисует еще? Чуть не спит. Она стихи пишет просто. У нее там свой сайт, она там стихи. Это интересно, она пишет. Она стихи, да? Мини-рассказы пишет. Ну, такая у нее там непонятная тема. Ну, конечно, там и вера тоже есть, но не чистая вера. У них там своя какая-то организация там таких. Она пишет, прям сидит, думает над ними, да? Вот сидит, придумывает, записывает, там, нет, переписывает, не... перечеркивает. Просто у меня нет такого. Она стихи пишет, как вот поэты. Она написала, допустим, четверостишие, и она исправляет. Она лучшие слова вставляет, чтобы это было конкретно. Вот у тебя это, ну, я могу тут показать огрехи твои. Я записала только то, что вот, ну, да, как да, вспышка. Я понял. Ты как Игнат Тихонович. И все. Она когда вот, правила Игнат Тихонович, она сказала, давайте я вам стихи буду править. Не надо. Под конкретно поэму. Редактировать. Ну, прям, чтобы, ну, вставлять, он отказался. Она ему одно стихотворение сделала. Я видела, она мне показала. Показала ему, он как увидал, аж это у него кондрашка случилась. Он не нет, надо он смеяться. Ему не надо этого, и он же от Бога, понимаешь, в чем дело. Он напрямую, что сказал, то сказал. Да, что поэтому... А у нее она просто не понимает. Обработанные. Она как литературные. Да, свет. У нее светский, да. Она воспитывает этот шаг. Все, пора заканчивать. Светская вера. Вот он сейчас сел на спасительное. Вот и все. Давайте продолжим, если есть деньги. Да все, завершать уже. Потому что много лишнего сказали. Прости на голову. О чем мы лишнего-то хоть узнали, маленькая? Шаг назад, шаг вперед, мы же идем так. Вот раньше надо было об Игоре сказать, да и все, а не таиться. Вот лишнее, а то, что надо, не говорите. А делов-то было там, яйца выеденные, не стоило. Ну все, мы нам все поставили. Я пока там по-моему, не слышал, просили. Не знаю. Все, молимся.
Достойно есть якобы истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово ручную, сущую Богородицу тебя величаем. Батюшка, благословите нас разойтись. Благословен Господь нас на ней присно, во веки веков. Аминь. Аминь. С Богом. Все, потихоньку. Христос.